Здравствуйте, вы набрали код 812. Сегодня 13 апреля. В этот день, в 1973 году, родился Сергей Шнуров, российский музыкант, лидер группировки «Ленинград». Учился в общеобразовательной школе 564. Затем поступил в Ленинградский инженерно-строительный институт и, не закончив, перешел в реставрационный лицей. Специальность после выпуска – реставратор произведений из дерева 4-го разряда. Работал грузчиком, сторожем в детском саду, стекольщиком, кузнецом, столяром, дизайнером в рекламном агентстве, ассистентом на съемках видеоклипов, промоушен-директором на радиостанции «Модерн». На сегодняшний день группировка «Ленинград» – один из самых популярных ансамблей из Санкт-Петербурга.